подъемы на год. Вот мы делали остановку, да, подставку, да. Есть какой-то подъем. Подъем прямо, ну, в жесткой верхней, при этом еще небольшой уклон, что если мало ли нога пойдет дальше и так далее. Да, средний уровень то же самое. Мы уклоняемся и жесткой голени, да, голени прямо. Внутреннюю часть мы пробиваем. Мы не делаем это, ну, как бы, снаружи, только от прямых ударов, да, когда он дает стик, мы можем снаружи, а боковых нет, только изнутри мы делаем. И, опять же, два уровня, голову нам, скорее всего, ну, не достать и опоздает. Поэтому максимальный можно, да. При этом следите, чтобы не получилось, что колено в колено у вас, да. То есть мы уклоняемся, убиваем именно здесь, но опять, руки не висят. Если пришло, пришло защита, да, под контролем. То же самое. Бам, бам. Как раньше, монахи, да? И пуп. Или там без рукой. Пуп. А, извините, и в этот момент надо побежать. Понятно. Это честно. А это на собственное прекрасно, да? Да, желательно. Но вы можете, опять же, когда вам любят, да, вы можете и здесь делать. Но здесь будет более хлесткий. Три хорошей чувствительности, да, можно сделать и здесь. Можно сделать, да, выкрут, жесткую голень, также будет больно. Но это будет более опасно, более близко. То есть это хорошая наработка, хорошее чувство, да, и дистанция тайминга. Но в принципе вы можете это применять.